Сегодня 31 сентября 2018 года. Наш огород, вот, матушка Людмила помогает нам. И она позвала на помощь Вениамина. Парень, который тоже очень работящий. И вот тоже ей помог подготовить к копке картошки огород. Чтобы матушке было легче копать. Но мы ей поможем. Так что вот так. Они особо не любители, чтобы их снимали. Мы так издалека их поснимаем маленько. Сегодня Сергей уехал, проводили его, Сергей Пупков. Завтра у него начинается группа по дрессировке собак. Клиенты его ждут с нетерпением. Весь август звонили. Вот, и он им говорил, что с 1 сентября начнутся занятия. Вот сегодня проводили Сергея. Вот. Как-то так.